Наш Роджик. А, нет, Джек. Джек наш, смотрите, какой. Уже 2 дня простоял он. Что там такое? А, это косточки. Ну так он выглядит там внутри. Ай-ай-ай. Дима его уже положил на тарелочку. Такой, кстати, очень прикольный. Жалко, что его теперь нужно съесть. А так бы я хотела, чтобы он, конечно, стоял подольше, но мне кажется, он протухнет скоро. Он же такой, смотрите, в шрамах. Головка у него вот есть. О, запеклась как черная свечка стала. Так, как ногами? Уже мама пришла. С камерой. А, теперь понятно. Убегает, догоню. Ну-ка, я на себя в зеркало посмотрю. Зеркало. А, пиздец. Какой папа страшный. Ну, там почернело уже немного. Ну, это от свечки. От свечки. Я как арбуз давай нарежу и... И почисти от кожуры. Сегодня с собой Дима кашу, значит, пшеную. Сварим. В мультиварке. А, ты вон как раньше делала, хочешь? А как? Ну, тыкву с кашей какой-то там. Ну да. А я думал, тыкву и на кашу с сахаром. Ну, тыква на... А, в смысле, ты имела в виду просто тыква одна? Тут свечки еще. Со свечкой. Вот, я тебе говорю, что там свечка будет. Ну, не надо на ту тыкву скидывать, Жень. А куда же ее скидывать-то? Ну, в тарелочку вот хотя бы скинется свечки. Что-то мы со свечками должны идти. Подожди, я когда буду уже шкурки сдирать, тогда посмотрим. Шкурки сдирать. Все сразу сдеру. Надо было маленькое блюдце туда подложить какое-нибудь. Так, сюда что класть? Шкурки, что ли? Шкурки. Всю грязь. Тебе еще что на эту тарелку давать? Давай побольше, что-то мелочи там. Я вообще не давала, она лежала тут. А сюда настоящую тыкву чистую. Папа тыквой занялся. Любишь тыкву, да, папа? Он все. Все повалились вон. А молоко любишь ты? Молоко любишь. Ну ты ее возьми, да. А, ну капусту, там кожурка. И тут надо было вот так мелко. Ну, пальцы убери. А капусту любишь? Нет, нет, не люблю. Капусту? Все любит папа, все любит. Все надо любить, и картошечку. Да, и капусту. Ты не, потому что смотреть надо, куда ты режешь. Надо перевернуть лицом кожурки. Так, не на столе. На столе, неудобно мне наверное. Не давай на столе. Сюда. Ты мне сейчас тут весь стол отпилишь, как табуретку вон там он отпилил. Вот тут вот табуретка вот отпиленная. Вот ты мне сейчас пол стола отпилишь так. На столе он собрался. Не стыдно? Да, вот он доску отпилит. Зачем доску? Вот тут отпилить. Пусть отпилит. Зых-зых. Я надо, я тут еще пилить. А тут я и тут хочу все вот пополам табуретку вот так вот. А здесь я хочу кусочек зимы, и папе я хочу даже. Свечку снять я забыл, папа. Да.